Это самый современный троллейбус, который я когда-либо видел. Уверен, где-то электробусы нервно курят в сторонке. Знакомьтесь, это Адмирал. Когда я первый раз его увидел, я удивился, насколько он красив. А вот когда в него зашел, я просто был в шоке. Его звук разгона просто не описать словами. Вот сами послушайте. Может, это я уже поехавший? Но это, блин, чертов самолет. Короче, сперва нам надо было его найти. В моей команде Ваня и подруга Кристина. Вообще, эти троллейбусы можно ждать годами. Но сегодня нам крупно повезло. Они просто везде. При входе в один из них нас встречают экраны с облаками. Можно оплатить картой, повсюду камеры, Wi-Fi и даже USB для зарядки телефона. Короче, я переселяюсь сюда. А вечером с этой подсветкой здесь очень красиво. Как же все продумано? Смотри. Ты чего ломаешь? А нет, кажется, я его сломал. На самом деле, это уже фишка троллейбуса. Он постоянно перезагружается при поворотах. Вообще так делают все троллейбусы. А пока мы записывали это видео, мы даже случайно уехали в другой город.